Минута молчания, залпы из ружей и возложение цветов. Так сегодня открывали новый сквер в честь героев АТО в Киеве. Обустроили территорию, установили там памятный знак жителей района, которые сами участвовали в боях на Донбассе. На это у них ушло 2 года. Деньги собирали всем миром. Позже к инициативе подключились депутаты. Они помогли ускорить получение разрешительной документации. Когда мы попали в окружение в Донбассе, там погибли мои друзья, товарищи. Это все сделано было за счет денег людей и моими ребятами с моей спилки. Все полностью, начиная от памятника, заканчивая, вот они даже эту плитку на тротуар сами выливали в цехе. Мы все почули, что идея гарна, и все поддерживают. Але от идеи до реализации треба пройти всю бюрократию, яка існує, на жаль, серед місцевої влади. Щоб це йти звичайною процедурою, без такої допомоги, скажімо, це би тривало не 2 місяці, як ми це зробили, а багато років.